Давай, ну покажи, как ты. Ну-ка. Ну чё? Чипуля? Ну, иди погуляй, малыш. Иди погуляй. Давай, побегай по деревьям. Давай. Давай, мой сладенький, давай. Ой, ты молодец мой. Чё ты смотришь, а? Давай, бегай. Он такой вот замечательный зверь. Чип, ты где там? Чипуль. Вон, о, полетел. Полетел наверх. Вон, сейчас покажу его. Чип! Он только уши одни. То слева, то справа вылазит. Нет, собак лаю не боится. Я больше вам скажу. Во дворе с собаками он уже со всеми познакомился. Вот, его уже все собаки знают и хотят его поймать и укусить. А? Да, он начинает их дразнить, начинает кидать в них ветки, начинает звуки издавать, собаки начинают на них гавкать, на него. И также он дразнит котов. Ну, белки сами по себе задиры, оказываются, я раньше этого не знал. Вот, но они очень шустрые, вот, и им сложно его поймать. Вот даже вот, вот когда мы вешали его на люстру, у меня дома, либо на, вот здесь вот в гостях на люстре в домике спит. Вот, Артур проходил, головой задел, поворачивает голову, он вылез с этой, с домика со своего и начал в Артура кидаться все, что у него там есть в домике. Орешки всякое такое, злой такой, с мордой такой смешной. Не получилось, к сожалению, это заснять. Вон он, видите, сверху. Нет, мебель не портит он. Мебель не портит, провода не грызет. Вот здесь он сейчас будет грызть, и дерево погрызет, все остальное, мелок грызет дома. Вон, видите, он. Нет, конечно, не в клетке. Клетки вообще животным противопоказаны. Это от психолога Антона вам говорю. Потому что то же самое, что человека посадить в клетку, вот человек как себя будет ощущать, так же ощущает себя животное. Это правда. Да, вон он, видите, крабик лезет. И вам добрый день. Ну, здесь в гостях вот он культурный оказался. Вот сейчас ехали в машине, если видели, вот, то может где захочет сходить в туалет. Ну, кроме тех мест, где он спит и кушает. Вот, в доме он ходит, здесь и видели, там два горшка, в которых он от цветов, вот, там земля. Вот он туда в один горшок ходит в туалет, а во второй закапывает себе орехи. Вот такой вот он удивительный. А форточку не выпрыгивает? Нет, не выпрыгивает форточку, окно всегда открыто. Вот. Но если видели вот первые ролики, где я еще в Крыму в машине с ним ездил маленьким, вот, там на пол машины люк, вот, и окна всегда летом открыты, потому что жарко, кондиционер я не включаю, чтобы мало не заболел. Ну и соответственно, он не выпрыгивает, понимает, что такое скорость. Чип, Чипарио, ну что ты, а? Усы обжег себе. Ну-ка иди покажи, как ты усы. Смотрите, усы, видите, вот с правой стороны, вот с этой стороны опалил. Иди сюда. Малой, Чип, иди сюда, Чип. Чи-чи-чи. Привет, привет. Вы в Москве? Да, Максим, в Москве. Чипуля, ну, где ты, проказник? Кто такой проказник, а? Кто тут спрятался? Ты прячешься от меня, а? Ну, чё ты? Оп, видели, как сиганул. Ну ты какой, шустрый. Но здесь хорошо, что балконов нету. Потому что он по балконам, как видели вы, любит носки воровать. Вот, а здесь будет сложного. Хотя вот здесь балконы есть. Вот туда нам не надо его.
чтобы он туда шел. Чапуля. Да, на кличку отзывается. Отзывается, когда говоришь, пойдем гулять, иди ко мне. Вот, ну тоже зависит от ситуации, потому что когда он, например, игривый становится, вот как сейчас, видите, вот, все, у него настроение хорошее прям, то он не всегда отвлекается. А что у меня постоянно, ребят, вылазит? Пригласить того, пригласить того, пригласить того. Это из-за чего? Не подскажете мне, кто понимает? Я просто в этих соцсетях наполовину деревянный.